6 грузили, 46, 24. Ну как раз бы мы все и забрали. Ну, под 8 штук. Ну да. Все. Не знаю, что он мозгает, блин. В смысле? Ну туда поехали, там будет забрали. Ну. А там есть? Ну, нет, ну они сейчас туда приехали, там разгружать, говорит, 16 мешков лишних выгрузит, сюда приедут. Ну мы все как раз 24 мешка бы втроем бы и забрали бы. По 8 мешков. А они сейчас они в химии? Грузовики? Ну, да. А что же они это как ее? Автотранспортом? Не знаю, что они там. Маленький опыт? Потому что, может, ну, сейчас много, наверное, не берут. Может, вагонами накажут. Дорого, наверное, скажи. Из одного вагона не будешь, бля. Там два, может, три вагона хер его знает. Ну да, скорее всего, из-за этого машинами. Ну, поздороваемся. Доброе утро. Здравствуйте. 14 июня. День недели четверг у нас. У нас в прошлом сейчас ожидается привоз удобрений. Поняли про разговор, да, сейчас придут грузовики. Вроде бы уже разгружаются они там в химии. Сейчас придет к нам разгружаться. Поставили трактора специально в рядок, чтобы сразу перегрузить с КАМАЗов нам в прицепы. Проблема еще в том, что КАМАЗы здоровые, зерновозы. И вся наша техника, которая, возможно, теоретически может разгружать, да, мешки с удобрением, тонны, они просто-напросто по высоте не могут вытащить из-за высоких бортов. Поэтому погрузчик придет еще, наверное, из химии. Как и в прошлый раз он приходил в выходной, в воскресенье. Ребята уже уехали на разбрасывателях, которые задействованы. И на погрузчиках также. Максим Сергеевич поехал заправлять. Все они в Ржаневке. Скорее всего, сейчас два разбрасывателя приедут с Ржаневки, потому что там столько много не надо. Там осталось, ну, подкормить, может быть, гектар 50. То есть там вдвоем за глаза справиться. Ну, 24 тонны – это немного. Смотри, когда привезут, так, в принципе, это работы до обеда. Дело к концу. Лёх, видишь, как быстро ты монтировался. А что они там, кольца поменять? Ну. У меня и вкладыши. По кругу, да? Еще и форсунки. О-о-о, да ты, ты серьезно. Ну, дымит как паровоз. Да у Лехи, вот у Лехи дымит как паровоз, это точно. Когда холодный заводится, у меня синим дымом дымит. А-а-а. Здесь что, поршни очень старые? Еще тут старые. Кто тебе новое что-то? Было бы новое, давно бы уже собрано. А что, не привезли поршневую, что ли? Нет. А что так? Кольца хватит, походит. Да? Ты тоже кольца поменял только? Да. Рыбки вот нет почти. Нормально. Я думаю, ты поршневую заменил все-таки. Я думаю, только Леха. Нет, у нас все на канале. Ё-моё. Печально. Что нашел? Полоски? Обычно крайний срывает, а это обычно что-то у меня второй срывает. Почему? Из краю и посередине полосы. Ну тут вроде гладенько все, Серёх. Ну да. Так, может, что попало, бля, какая-нибудь стружка, может, какая-нибудь песчинка корябала, хрен знает. Ну, песчинка, ну и по краю видишь фига. Ну, здесь вот, да, затёрты, все здесь такие прям же. Ну, главное, коленвал цел. Всего у нас два. Вот они, шаланды. Что-то он пустой какой-то едет. Да, такой дурак, бляха, мух разгрузить, еще надо постараться. Вдаль какие борта у них. Вот это да. Вот это ё-моё. А что, один? Где еще? А.
сразу оттуда идет. Под себя. Петрович, Петрович, друг свой, Олег. Ага, колонку, конечно, не подвело. Блин, гляю, колонка вся, пластмасска такая же осталась. А есть дверь еще в целлофане. Панель другая. Видите, у него, блядь, не видно, какой стоит. Вообще стиль какой, блядь. А, все закрыты? Ой, Олег, иди. Аккуратненько, давай еще. Восемь скоростей. Восемь? Нарисован. А, сбоку здесь ведь табличка. А, вот. А, ну делитель тоже, вот флажок стоит. Пониже, повыше. Три листа рессор всего лишь спереди, ё-моё. Три листа? Да, я фей. Ну а кабин плавающий, видишь, блядь, ёптумать. На пружинку. У меня спереди плавает. Как я его люблю, казал. Это, Серёг. Дос такие же, чё ты? Плавает. А, пружин здесь. Да, ёптумать. Не то, что у нас. Резинки, которые ничего не работают. Кого? Вот это? 2000 удовольствие блядь, здесь фей. Блять, ты глянь, зеркало, для чего вот это? Бог, если бы Иваныч проплатил. Это? Блядь, в пробке прижиматься, спирт показывать. Спирт прижиматься. Ай бок. У меня была боковая, но ее, блядь, тогда вот где-то цепанули. У меня была боковая зеркало на мазь тогда. Не у меня, у Николая Ивановича была. Мне уже без зеркала досталось. Так, прибыл погрузчик. В прицепе, как всегда, самый молодой у нас, пацаненок, Витьки зовут, всего лишь 68 годиков, мальчику. Ух, два колесика как поворачивает, а? Ладно, вообще, вот какой нам надо. Огонь, тачка. Макс бы на нем, бля. Зажигал бы, да. По два куля, наверное, да? В одном мазе было немножко, всего лишь 4 тонны, все остальное вот в этом аппарате находится.
теперь моя очередь. Полезли. Еще два мешочка и поедем с вами. А может не поедем? Ну поедем, наверное, там большой поле тоже кидать надо. Которое около водохранилища. Ребята, на Арженеевку погнали. Время не теряем, пока в земле какая-то влага после дождей осталась. Половина 10 утра. Но до обеда мы все равно не раскидаем по одной причине, то что поля сосема пшеницы находятся в разных территориальных зонах. То есть нужно переезды совершать большие на протяженное расстояние. Прицепом с удобрением, так и самим разбрасывателем. Ну, Арженеевское водохранилище. Второе название, кстати, река Аксень. Это тут тоже Аксень. Она там в поселке стекает дальше. Если здесь водохранилище считается, вот дальше там Аксень. Ну, неважно. Вот приехал, чуть никого не наблюдаю. Еду в конец поля. Может быть, там кто-то есть. Во, прикол есть, я не туда приехал, а? Хотя я подошел, спросил у начальника. Большое поле где-нибудь будут? Будут. Он сказал, что они разделятся. Двое разбрасывали останутся там, где кидали в прошлый раз на 160. А два в другое место поедут. Наверное, отобедаем здесь, я думаю, дошираком. Потому что обед я сегодня с собой опять не собрал. Ну, по крайней мере, вчера я скупился в магазине ништяками. Да лень собирать был обед. И не был уверенности, что еще привезут удобрения, не привезут удобрения. Здесь Афоня, Максим Сергеевич.
кто-то еще. Мишка, наверное. Пожалуй, крутанусь в обратном направлении. Ты что ты? Что-то руль перестал откладываться по-нормальному. Вот чем хорошо, Максим Сергеевич, на ТО-30 может просто рулем повилять, видите, и рассыпать так, как ему надо. То есть сломанная рама позволяет, ну не сказать, что тут рама, ну рама все равно, да. А на 12.21 будешь сыпать туда, куда ты сыпешь. Вот как я разрежу, туда и сыпется мешок. Не, ТО-30, Максим Сергеевич, на 12.21 даже новый не променяй. Он мне в тот раз говорил, забирай его себе нафиг. У меня есть погрузчик. Старенький, но удаленький. Халки хреново торчат там, блин. Я по ним просто ходил. А поправить времени не было. Надо было отъезжать. Да, вот на ТО-30 единственное, у нас мудаки, блин, в Рязани перебрали хреново коробку. Вообще, говёно. Он на нейтралке едет, блин, погрузчик, когда холодный. Совет вообще он ехал постоянно. Не поедем дальше? Это разбрасывает на Олега в трактор вешать, глянь какой. На два куля. С краю кажется пшеница такая, глянь, колос такой большой. А ребята сказали, там, она, там она дохлая, говорит, там. А ты не обратил внимания? Едешь, с краю заебись, а там, блядь, аж рядочки все равно проглядываются. Ну да, есть такая херня. Что делать, да, 7 литров в больших количествах? Это прошлого раза. Вот она. Теперь здесь не скоро что-то вырастет. Все сошло. В общем, что-то как-то норму прибавили в прошлый раз. И из-за этой прибавленной нормы, я вам скажу, мы все удобрения на этом поле, наверное, раскидаем. Поехали с той стороны. Вон Олег Леонидович приехал, Пашка на 12.21 и два разбрасывателя. А в планах было еще подкормить. Хотя бы частично поле около нашей базы. Начав кормиться от второй базы. Да что ж такое-то, а? Надо глядеть, что-то у меня
не работает. Что-то он до конца не отжимает у меня. Ну и ладно. Износился. Что, у нас два мешка осталось, вот, с Максимом Сергеевичем. Красиво, да. Немного? Не знаю. Но красиво. Чем кормить вы нас будете? Кофе. Ты нас чем покормишь? Пиздюлями. Кофе. Я уж приготовил. Я подъехал, это, продуться надо. Какой продукт себе? Ты что, работал, что ли? Ты хватит тут сымать. А что хватит сымать? Ты когда продуваться тебе, что, в кабине? Пойдем на стол. Вот надо отремонтировать сначала. Кого? Там ты пьянствовал в тот раз в выходные и стол ворочил. Я не пью вообще. Не стол, а скамейку. И вилка поповицкого козла набросил. Вон, видишь, скамейку тут выдернул, падла какая-то. Дебил. И бутылки вон, падла. Тут чисто в тот раз было все. Да это ладно, тут чисто все в тот раз было. И бутылки, падла, он, видишь, набросали. Уроды. Ну-ка вытащи им, Пашка, до конца ее сможешь? А что, ты сядешь, да? Не, в сторону отвести ее. Вот, отведи в сторону. Сейчас ямку выкопаю и закопаю. Да не, не надо. А у меня есть. Ролтон. Ну, у меня НЦ всегда есть. Максим, вот печеньки есть что. В клеточку? Да. Мне кусочек хлебушка только оставьте кто-нибудь. Вот. Здесь докидали. Половина второго. За полчаса, да. Вот, ну, короче. По одному разбрасывают. Подкормили, ребят, больше. Больше не загружали мы. У Мишки еще в прицепе около 5, наверное, тонн осталось. Сейчас они поедут бросать возле второй базы. Поле идущее. Вот основную базу на вторую базу. На сколько хватит. А мы на базу поедем. Гудит трактор. Лех завел. Попел от свой. Там больше гудеть не о чему. Звук 150-ки. Пойдем посмотрим. Лех опять ругаться, правда, будет. Опять я с камеры пришел. Ну, что поделать? Работа у меня такая. Ты тут, а? Нет, я там. А кто там еще есть? Да не там, у Лёхи. А. Обкатывают? Наверное. Давай, чайку хлебнем. Морду все прикручивают. А, морду? Че это он? Савёл обкатывает, да? Кольца новые обкатывает. Наверное. Ну да, о, кольца обкатать, конечно, это дело такое серьезное. Может, снимать же новое. Вообще четко, бля. Это техника.
подкапывает, Лёнь. Новый подкапывает. Надо выкидывать. Бляха, ну да я позавидовал еще такой карамотный. Все, обкатал, Лёх. Сейчас новый кран привезут. Завидовал, затащил шланг, нет, кран. Ага. Серёга не нашел, куда подогнал. Что, привязать ее? Да нет, Лёх, я так просто. Трясётся? Там у Серёги была привязана, помнишь, моя это? Ну, хомут на какой-то. Хомут, да. Снизу что ли какой-то хомут, да, стоит? А вот дырка, вот она. Тут мы хомут. Здесь хомут. Да ладно, не надо. Потом мучились, блин. Такой хомут, может, гибкий есть. А, я там. Да, стяжка. Стяжка. Я и так уже забрал. Это что же я принес? Перенеса нету, что ли? Я бы надежил тебе. У меня нету по центрифугу такого. Тросики вот есть. Это мазовские. Че, пойду сейчас гляну, может там есть такое. Прокладка по центрифугу. Под сам корпус. К блоку прикручивается, когда она. Или да, ее ни с чем спутаешь. О, отличные прокладки. В говно все смятые. Ну, не за неимением ничего пойдет. Только я что-то тут ее надорвал, что. Не, не до конца нормально. Не потекет, Серег. Наверное. Герметиком еще дополнительно херню. Где лопнут? Ну тут да, немножко надорвался, когда ножницы запихивал. Привет вам передавай. Скажи, я к нему приду. Да я что-то толстоватый взял какой-то паранит. Может был потоньше. Так, подождите, куда колечко-то я. Вот, оставлю. Под колпак пускай тоже Серег поставит. Так-то, в принципе, все, он закончил. Осталось фильтра поставить. Масляные оба фильтра. Нормально. В общем, пересаживаемся на зеленый УАЗик теперь. Белый уезжает в ремонт. У него уже перед просел. Он на кочках уже под крылком цепляется. Прокус вообще молчишь. Весь гуляет худо. Так что он
или туда же ремонтироваться, куда и зеленый. Кромки домой. Батя будет его чинить, варить. Так, ну я думаю, прокачать не надо. Не надо. Он один хрен не прокачивается. Вот такая вот модная оплетка. Это с инжекторного УАЗика. Старая оплетка, предыдущая. Просто я ее оборвал, все, она вся разлохматилась. И осталась вот такая вот, ну не знаю, какая она, резиновая основа. О, зашибись. А масло никто не выключал на нем, оказывается. Подъедем сейчас туда к будке. Надо инструмент перекидать. Давление, конечно, здесь хреновое. Зато спуском проблем нет. Развез. Мишку высадил соседу, он теперь вон там живет, в деревне. Ну вот, Малоухлова, видите, написано. Да, конечно, давление с него хреноватенькое. Пол атмосферки, есть так вот в полгазик ехать. На полный газ так вот здесь сжать. Километров 80, то есть единичка, а на холостых в районе нуля. Но лампочка не загорается, давление, ну это уже радует. Значит, еще более-менее что-то там живо. Хотя ребят говорят, что для УАЗиков, в принципе, что для газончиков это, ну, нормой считается, небольшое давление. Ну да ладно. На сегодня все, ребят. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь с каналом. Увидимся. Еще увидимся. Пока. А мне вот до маяка осталось каких 300 метров.